Хаюшки, ребятки, с вами Лекс, и, кстати, продолжаем играть в эту игру, ребят. Почему же не выходили видео по этой игре? Фух, очень просто, ребят, очень просто. Я перезагружал винду свою, точнее, переустанавливал. Я уже говорил это в своих прошлых выпусках, в своих прошлых роликах. И все игры и вообще программы, которые были установлены на диске C, они удалились. И в том числе эта игра. И мне пришлось сейчас проходить все вот эти миссии. И некоторые миссии, кстати, я прошел на золотую медаль. К примеру, вот большой улов. И вечеринка в туниках. Да, несколько миссий на золотую медаль, несколько миссий на серебряные медали. Лучше прошел, чем проходил тогда. И сейчас мы с вами опять на той же точке, на которой я остановился в прошлый раз. Давайте все-таки продолжим. Ребят, продолжим играть в эту чудную игру. Чисай. Так, что это такое? Это рис. Рис. Любите ли вы рис, ребят? Я лично не очень, я люблю плов. Плов с мясом — это очень классная тема. Мне кажется, плова нам не дадут здесь похавать. Хотя все может быть. Хотя это Япония. Япония. Японцы, они любят рис. Потому что у них огромные, обширные прям рисовые поля. Потому что у них такой климат, такая атмосфера, пригодная для роста риса. И они, в принципе, этим и занимаются, выращивают рис. Очень много риса в их стране. В принципе, они его и потом впоследствии и едят. У них все фетиш по рису, у них всякие там рисовые шарики, рисовые квадратики. Рис они используют как в суши, так и в определенных... Ну, в общем, везде можно встретить рис в Японии. Потому что его много действительно, и он используется у них везде абсолютно. Вот у нас, к примеру... Я даже не знаю, на что у нас фетиш. В России на пельмени, наверное. Хотя... Ну да, кстати, вот заметил такой факт, то что в других странах, особенно в европейских, не едят пельмени. Вот что интересно. What the fuck, самураи. What the fuck? Ты что такой быстрый? What the fuck? И как мне... Как, что мне делать для того, чтобы мне от него убегать? Слишком быстрый. Мне надо есть мечи самурайские. Ага, только я не могу есть все мечи, я могу есть только какие-то маленькие. Понятно. Это танто. А это катана, наверное. А, нет, это вакизаши какой-то. Я даже первый раз слышу такие названия, ребят. Ну ничего, сейчас мы и этого самурая съедим. Эй! А, я думал, он уже убегает. Ладно, беги. Ты хотел в другую сторону идти. Иди, конечно. Я просто думал, ты убегаешь. Блин, говнюк. Кстати, ребят, я стал играть только исключительно на мышке, потому что мне вот так удобнее, как казалось. Не приходится нажимать на кнопки. И намного быстрее и удобнее. Не знаю, как вам, но мне так удобнее, честное слово. Честное слово. Так, опять начинаем с риса. Странно, что здесь нету рисовых шариков. Может быть, пока что нету. Потому что это излюбленная тема у японцев. Вообще, японцы — это очень странная культура, ребят. Если вы когда-нибудь подрастете... Если вы когда-нибудь подрастете... Конечно, вы подрастете, ребят. Если вы когда-нибудь соберетесь в Японию, то, конечно, вы поймете меня. Почему я так говорю? У них... Япония — это вообще место, где... Место всего неординарного, так скажем. Так, чё, риса уже нету? Крысы захавали весь рис. Серьезно, я ничего не успел захавать, да? И крысы я тоже не успел захавать. Отлично. Угу, отлично. Ну ладно, я проиграл. Ну ничего, заново сейчас начнем. Просто я сначала не понял смысл этого уровня. Так, ладно. Соберемся. Теперь просто нельзя упускать ни единую крохотюльку из нашего взора, из нашего рта. Просто постоянно нужно есть рис. Не должно быть таких моментов, когда мы не едим рис. Как сейчас вот у нас был момент. Эй, сраные крысы, вы что творите? Отстаньте от моего риса. Пипец, они сжирают его со скоростью света просто. Просто со скоростью света. Ну вот как они мне
Ну как они представляют прохождение этого уровня? Я просто не представляю прохождение. Вот три крысы. Я не успел опять, ребят, я не успел. Я не знаю просто, как это можно успеть. Может быть, здесь не надо, а надо наоборот здесь начинать, потому что крысы у нас начинают жрать весь рис отсюда. Как я понял, видите? Вот они пришли отсюда и вот начинают его жрать. На себя агрить одну крысу, и пускай она за мной бегает. Главное, чтобы рис не ела. Неплохо я придумал. Но в любом случае, там другие крысы съедают. Но сейчас я уже набрал больше, чем... до этого. Вот, да, действительно, оно так и есть. Эй! Мне еще одну надо, еще одну крысу. Где? Где она? Ну, была же здесь. Я не успел. Вот она. Господи ты, боже мой. Видите, как я классно сделал. Давайте пройдем три уровня. Потому что у нас здесь всего четыре. О, начинаем прямо с самураев есть. А это кто такие ниндзя? Я думаю, что за черные такие тени? Они действительно выглядят как тень. То есть появляются, так скажем, из тени этого дерева, из сакуры. Красивая Япония, я так скажу, красивая. Но то, что вы видите в Японии, на самом деле, в их культуре не так, как сказать там... У них совсем другая культура. То есть все, что показано по телевизору, это все показано по телевизору только. Только лишь по телевизору. Ага, они еще меня атакуют, да, я так понял, эти ниндзя. Ага, все, я понял. Прикольно. Так, и что? И мы так и будем поедать всех этих ниндзя и все? С самураями. Да, самая классная миссия, конечно. Просто мы кружимся вокруг сакуры. Отлично. Фух, золотая медаль, серьезно? Самая легкая миссия, ребят, самая легкая миссия. Так, ну что, ребят, я, наверное, на этом заканчиваю. Это самая, наверное, маленькая и быстрая миссия, которую мы проходили. Но здесь очень мало миссий в этом этапе, всего-всего их 7. То есть, если бы у нас здесь было 10, здесь было 8, а здесь всего 7. То есть, следующая миссия, следующий этап у нас уже будет целых 10, целых 10 миссий. Там уже связанных... с космическими какими-то путешествиями. Так что, ребята, ждите следующую серию, она будет скоро, как только наберете 100 лайков. Теперь я буду, прям как сказал, через 100 лайков выпускать, так через 100 лайков и выпущу. Потому что она у меня уже мало того, что скачана, так еще и пройдена. До этого, ребят, я просто... Мне нужно было пройти все эти миссии, вы понимаете, да? Все эти миссии нужно было пройти за один присест. То есть, заново. Я это, в принципе, и сделал, чтобы для вас записать прохождение полноценной этой игры. Так что, ребят, с вами был Лех. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Всем добра!